Мы находимся на улице Нордайнда, в самом центре Гаги. Улица очень известная. Здесь находится королевский дворец Нордайнда. Это рабочая резиденция королевы Беатрикс. В нескольких домах отсюда живет краун-принц Нидерландов. Собственно, здесь находится и наша русская бильярдная. Это первая в стране русская бильярдная. После того, как 300 лет назад Петр I вывез русский бильярд из Голландии, естественно, за 300 лет бильярд постигли большие какие-то трансформации. Бильярдная замечательная, то есть мы гордимся тем, что в нашем вип-зале в свое время работала королева, бабушка королевы Беатрикс, королева Эмма. Ну, выглядит он совершенно потрясающе. Ну, потолок возводился, и, собственно, само здание строилось по проекту архитектора Даниэль Моро. Это 1701 год, как раз петровские времена. Мы когда первый раз зашли познакомиться с этим клубом, он нам так понравился, что мы просто не смогли отсюда уйти, и было принято решение остаться, захватить этот плацдарм, принести русский бильярд в Голландию, что мы, собственно, и сделали. Голландцы... На родину. На родину, соответственно, конечно. Голландцы встретили нас с интересом, с нескрываемым интересом. Они долгое время играли в этом месте в снукер. Это место последние 25 лет использовалось как снукерный клуб. И сейчас мы поставили два русских стола, на которых, собственно, сейчас у нас проходит мастер-класс. Голландцам очень понравилось попробовать пробить своячка, пробить какого-то чужого под железо. Им понравилась динамика бильярда, то есть им казалось, что это очень просто, все легко. На самом деле игра сложная, то есть игра по выходам, игра с отыгрышами напоминает очень сильно снукер. По силе это тот же пул. Ну, честно говоря, у нас голландцы сейчас записываются в очередь, снукер стоит, простаивает. Русские стоят и ждут, когда голландцы доиграют свои фреймы. Так что добро пожаловать к нам в клуб, очень рады. Если кто-то будет в отпуске, в командировке, добро пожаловать. Это единственное, скажем так, в стране русское место, где вас всегда встретят, отпоют горячим чаем и дадут, значит, поиграть на хорошем русском столе. Спасибо за содержательный рассказ. Пожалуйста. Пройдем. Как уже сказал Эдуард, здание, в котором сейчас находится клуб Royal Nordeinde Billiard, был резиденцией бабушки нынешней королевы Нидерландов. Вход в клуб расположен прямо на центральной улице Гааги. Но фактически это лишь черный ход в покое королевы. А вход парадный находится с противоположной стороны, где распростерся густой старинный сад, на который из окон клуба открывается прекрасный вид. При входе сразу бросается в глаза то, что клуб имеет очень богатую историю. Поднимаешься по лестнице и сразу видишь роскошный, столь популярный в былые времена клавесин. Полы в клубе застелены покрытием с геральдической символикой, что бесспорно добавляет уюта. Клуб располагается на двух, даже нет, почти на трех этажах. Фактически он имеет планировку, которая совершенно не укладывается в представление о современном бильярдном клубе. Это нисколько не умаляет удобства, а лишь придает месту шарм и особую притягательность. В клубе стоят два стола для пула, три для снукера и два для русского бильярда. Поскольку последние 25 лет на улице Нордайнде 138 была королевская снукерная бильярдная, то и оборудованием она располагала самым лучшим. Столы, светильники и прочее – все голландской фирмы Рилли. Откуда же там взялись столы для пирамиды? Собственно, все уже было готово. На снукерных столах одного из лучших бильярдных производителей необходимо было лишь заменить лузы и борты. Надо признать, столы вышли очень строгие, что удалось проверить лучшим бильярдистам России. 18 октября в понедельник вечером в русской бильярдной Royal Nordeinde Billiard состоялся мастер-класс с участием таких спортсменов, как вице-чемпион мира Павел Кузьмин, Александр Чепиков, Александр Банный и Виктор Куриленко, включавший в себя показательные выступления, артистические удары и беседу со спортсменами. Жеребьевка мини-турнира свела между собой Банного и Чепикова и, соответственно, Кузьмина Куриленко. И не зря Кузьмин стал серебряным призером чемпионата мира. Он играл уверенно и заслужил победу. Русский бильярд в исполнении асов вызвал восторг у голландской публики. Среди нее, кстати, был и секретарь Королевской ассоциации бильярдного спорта Нидерландов, у которого мы взяли небольшое интервью. Дорогие друзья, на наши вопросы отвечает секретарь Королевской федерации бильярдного спорта Марсель Кёлен. Здравствуйте. Hello. 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 Для начала я хотел спросить, как на сегодняшний день обстоит ситуация с бильярдом в Нидерландах. General situation.
We got around 30,000 players in all. У нас порядка 30,000 игроков в Нидерландах. About 23,000 in Carom. 23,000 карамболь. About 2,000 in snooker. 2,000 порядка 2,000 в снукер. 2,500 in pool. 2,500 пулистов. And about 1,500 in tree cushion. И 1,500 чисто голландского карамболя. Спасибо. А сколько у вас в стране бильярдных клубов? How many billiards clubs are in the Netherlands? Around 1,000. Около 1,000. А как, на ваш взгляд, в Голландии больше игроков профессионального уровня или все-таки любителей? About the Netherlands, are there more professional players or amateurs? There are more amateurs than professionals. Безусловно, больше любителей, чем профессионалов. It's normal. It's a pyramid shape. Оно имеет соотношение, имеет так же, как в пирамиде, то есть мало наверху и много внизу. Скажите, а видите ли вы какие-то перспективы развития русской пирамиды в Голландии? Can you see any perspective for development of this Russian pyramid in the Netherlands? Yeah, I can see very much potential because it's a very attractive sport. Это очень привлекательный спорт. It's very nice to watch. Очень любопытно наблюдать за этим, за игрой. It's about strength. Это достойная сила. Agility. И точность, и strategy. Стратегия. And very nice to look at. Очень very приятно nice наблюдать, очень приятно смотреть. Очень. Спасибо большое, нам было очень приятно это услышать. Thank you very much. We are very happy, pleased to listen to hear this. Thank Спасибо. You. Thank you. Okay. Good luck. Thank you very much. После окончания турнира и серии трюковых ударов нам дал интервью управляющий и идейный вдохновитель клуба Игорь Вылыш. А как оказалось, вот такое чудесное место буквально в трех шагах от Королевского дворца? Это чисто случайное стечение обстоятельств. То есть сегодня я позвонил, спросил по поводу того, там, ну, как можно, там, каким образом, что нужно для того, чтобы открыть здесь клуб. И на следующий день пришли и сказали, продается клуб. Просто случайно секретарь, его секретарь спросил, ну там, что. А что было вот в этом здании до того, как вы здесь обосновались? Вот сейчас я вижу, тут два русских стола уже стоит, и снукер довольно такой, ну, приличного возраста, но в очень хорошем состоянии. Что здесь было до этого? Здесь, если не ошибаюсь, с 85-го года здесь бильярдный клуб снукерный. В этом здании он существовал. А до этого, то есть, здесь была приемная королева там. Прямо в этом здании? Ну, вот королева Эмма внизу, вот, это ее была приемная. А вот вы занимались тренерской деятельностью в Москве. Сейчас вы прекратили эти занятия или продолжаете? У меня в Москве существует, действует школа. Вот там порядка 15 детей, около 4 взрослых серьезных спортсменов. А расскажите, что это за спортсмены? Ну, одни из них это Александр Чепиков, Наталья Трофименко. Это те, которые готовятся. Ну, там, к мощным турнирам, то есть мы вообще плотно с ними работаем. То есть я отделяюсь даже от детей, больше работаю с ними. А еще, значит, Александр Банный, ну этот вообще, то есть парень, я еще в Украине его тренировал в первой моей школе в 2001 году. Он ко мне пришел, я его перетянул в Москву. Вот. И Алена Галянец, ну, то есть моя жена. Вот. Одна из любимых, так сказать. Учениц. А скажите, вы, то есть, решили плотно обосноваться вот здесь, в Голландии, заняться этим клубом. Какие планы по развитию, что ждать в будущем? Ну, первое, что хочется сказать, это, значит, бильярд, то есть, если его рассматривать как будущее в Голландии, то есть, на мой взгляд, это должно закладываться в начале, то есть, как семя кинул в землю, тогда будет росток. То есть, это дети. Это развитие детского и юношеского спорта. Как бы основа. В дальнейшем, то есть, я прекрасно знаю, что в течение 5 лет, как по моему опыту, уже 8 лет тренирую, то есть в течение 5 лет уже становится приличного уровня, вплоть до кандидата мастера спорта, дети. Вот основной акцент, основной удар будет это на детскую юношескую школу. Спасибо. Игорь, мы у вас в клубе увидели 2 стола для русского бильярда, 2 для пула и 3 для снукера. Эта ситуация как-то будет меняться в лучшую для русского бильярда сторону? Конечно. Однозначно здесь будет по плану, по проекту, как бы здесь будет 4 русских стола. 1 снукер и 2 пула. То есть пул необходим для развития детского спорта, потому что дети приходят там, от 6-7 лет. То есть за русский, за снукер мы их не можем поставить, это физически тяжело. Поэтому начинают даже все сильные игроки будущего русского бильярда начинают на пуле основные какие-то фрагменты базовые проходить.
Но у нас задача в плане сделать здесь 4 русских как минимум, 1 снукер и 2 пула. Если уже будет поток русских, то есть спортсмены увеличатся, соответственно. Ну хотя я сомневаюсь, последний стол пятый, мы просто как надо дать уважение снукеру, это одна из великих игр, и убрать ее из нашего клуба мы, наверное, это не сделаем. То все-таки здесь много лет была снукерная бильярда. Да, здесь была снукерная бильярда, здесь уже как бы не то что прибитые игроки, как вот, да, выражение есть, там, которые уже клиенты, да, то есть их надо ценить, уважать, как бы мы к ним относимся очень как бы с уважением. И это один снукер, стол мы и маста. Спасибо, Игорь, за ваш очень содержательный, интересный рассказ. Да, мы желаем вашему клубу процветания. И в целом в Голландии желаем побольше ознакомиться с русским бильярдом. Спасибо. Спасибо. В довершении добавим от себя. Если вы в Гааге, будь то отдых или деловая поездка, то непременно посетите Royal Nordeinde Billiard, первый русский бильярдный клуб Нидерландов. Там вы проведете прекрасный вечер, будь то в кругу семьи или коллег по работе, что гарантирует домашняя атмосфера, хороший сервис и качественное бильярдное оборудование. Разведку на местах провели, как всегда, корреспонденты ЛЛБ-ТВ Станислав Булацкий и Арсений Титаренко. До новых встреч!